Главный санитарный врач Казахстана Айжан Исмагамбетова подписала постановление, которое обязывает работников и посетителей медорганизаций носить медицинские маски. Масочный режим ввели для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, таких как корь, COVID-19, грипп и другие. Руководителям управления здравоохранения областей городов Алматы, Астана и Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков, говорится в тексте постановления. Кроме того, в постановлении рекомендуется носить маски в общественных местах, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, цоны, банки и все виды транспорта. В настоящее время все регионы республики входят в зеленую зону. Случаев осложнений инфекционных заболеваний не зарегистрировано. В Шымкенте в январе коронавирусной инфекцией заболели 10 человек. С начала февраля 12. Число заболевших корью снизилось в 1,3 раза.